В Югре запускают региональный проект по сохранению лесов. Сегодня его одобрили члены окружного проектного комитета. Главная задача проекта – сохранить объемы лесовосстановления и обеспечить пожарную безопасность в ближайшие 6 лет. Так, площадь выращивания новых лесов превысит 20 тысяч гектаров ежегодно. Для этого в Югре будут заготавливать 4,5 миллиона деревьев. Деньги на реализацию проекта выделят из федерального бюджета. Первые 2 года будут направлять по 66 миллионов рублей. Они пойдут на улучшение технического состояния учреждений, лесохозяйственной техники и проведение мероприятий по лесовосстановлению.